Пермяки строят планы о путешествиях по родному краю и советуют другим. Почти треть участников опроса будут паковать рюкзаки, как только потеплеет. Пятая часть жителей путешествует регулярно и при любой погоде. 40% опрошенных в ближайшее время никуда не поедут. 6% участников опроса Прикамью предпочитают за границу или другие регионы. Где-то в начале марта или феврале мы собираемся компанией, путешествуем. И мы в прошлом году ездили в Каменный город, вот на Усюринские столбы. И как бы приятно познавать красоты именно своего края. Путешествие не мое. Да, на мой взгляд, Пермский край один из там трех или пяти регионов России, кто вообще прям популяризирует свою территориальную область. Как только станет свободное время от работы, конечно же, столько процентов. Вообще не планировала, ну, возможно. Наверное, сплав куда-нибудь по рекам, интересно. Пока двое детишек и некогда совсем. Нет, на самом деле, не часто. Хотел бы попутешествовать, но нет, не часто, на самом деле. Ну, в Чердынь, это же вроде как старинный город, по-моему. В Кунгурскую пещеру бы хотел съездить. Ну, я типа там не был, но хотел бы побывать там. Ну, раз в год все равно стараемся. Ежегодно мы ездим, допустим, в Суксун, к водопаду Плакун. Мне хотелось бы съездить, допустим, этнографический музей под открытым небом на этой реке Чусовой. Вот, к сожалению, там мы еще не были. Я много где бывал. В Пермском крае. Каменный город советую посетить. Ну, конечно, пещеру Кунгурскую советую посетить. И вообще все достопримечательности Пермского края, мне кажется, заслуживают внимания.